О, Люда пулемет тұрғым на жерде. Еба, айка досында. О, Айка, привет. Ой, подожди, давай. О, Була, ураган, привет. Как дела? Как дела у вас? Что там, не стёшься? Мы гуляем с девчонками, присоединяйтесь к нам. Жрёмс, жрёмс, старый, жрёмс. Була, ты всегда так говоришь. Ребята. Давай. Не, спасибо. Братан, можешь закурю? Кури. Айдос, братан, вы же знаете, я вас уважаю. У вас братишка беспредельщик. Он хотел нашего коммерсанта под себя присануть. Плюс он меня лично оскорбил. С ним я уже разобрался. Он был неправ. Я тебя по другой теме позвал, сержант. Да, слушаю. Братва за тебя говорит, что ты честный, порядочный пацан. Берега не путаешь, с головой дружишь, не беспределишь. Слышал про закон о приватизации? Не, не слышал. Мне сейчас нужны честные, порядочные пацаны вроде тебя, которые войдут в долю легального бизнеса. Пора двигаться по-крупному, сержант, братишка. Согласен? Конечно, согласен.